еще водички чуть-чуть добавь, тогда легче будет раскачивать. Вот. Ой, видишь, еще хорошо пошло. Итак, давайте раскрасим. Но не по линии, вот, а уйдем вниз. То есть, давай. Линию мы нарисовали для того, чтобы какая красота. Так. Все, теперь нам надо фиолетовый взять? Да. Подожди, подожди, это не нужно рисовать? Нет. Доченька, у нас уже есть он. Вот. Нет. А, на овалик, видишь, нарисовала? Давай. И я ему ловлю. Ты будешь резать или мама? А ты будешь приклеивать тогда, договорились? Только нормальным клеем, которым обжечены. Вот, у нас тоже сейчас будет готово. Так, а теперь нужна ножка зеленая. А ты, она сделала палочку. Она еще палочку сделала? Сейчас я тоже сделаю палочку. Еще тапку. Она еще тапку делает. Да? Да. Вон видишь ножки? Собраны из трех полосочек. А потом делаем мы. Есть еще один. А потом рыба и я не буду плавать. Нарисуем или вырежем? Как думаешь? Вырежем. Вот, вырежем? Давай я вырежу ножки. У нас будут ножки красивые, да? Это ножки знаешь от чего? Это будет столик, на котором макарон. Смотри, как красиво ножки. Только я не знаю, как, куда надо их клеить. Сейчас ты будешь клеить, договорились? А если вы не обрезали длину, то мы с вами попробуем сделать. Так, вот у нас есть такой фон. Возьмите, например, вот такой у нас. О, подожди, доченька, а куда это клеить, я же еще не знаю. Просто на белом листе рисовать вот аквариум, а потом раскрыть. Вот сюда. А, давай на черную приклеишь и все. И не надо будет ничего делать. Так, вот сюда одна сама клей. Ой, вот так. Золотой нить. Так. Зеленого-голубого цвета. Выбираем. Молодец. Сам подходящий. И давайте, может, не так много клея. Это будет, что нам не хватит на все клея. И вот сюда поставь. Теперь рисуем. Вот так, на. Полукруглая. Наша емкость. Как хорошо получается, да? Амулет. Да. Со всех сторон. А петель нужно. И то же самое делаем. А теперь аквариум делаем, да? Сначала рыбу. Сначала рыбу делаем? Ну давай. Сейчас я аквариум примерю, чтобы он потом сюда поместился, а то я потом не смогу его так сделать. Сейчас. Это будет аквариум. Будет аквариум, да. Так. Давай я буду аквариум делать, а ты рыбок. Хорошо? Да. На. Ты давай рисуй рыбу. Аквариум. Смотри, я тебе покажу как. Капелька, хвостик и два паучка сверху. И газ. Очень просто. Сначала аквариум вырежем. Где нам рыбкам плавать? Мы же не знаем, да? Вот так. Они будут там. Да, на столике. На фиолетовом красивом. Так. Сначала клей. Приклеить? Клей. Золотой ребенок. Подожди, я сейчас приложу сначала. Как? А, вот так, да? Да, правильно. Молодец. Мама. Мау, зайка. Она успела. Она уже сделала? А что ты не приклеишь, да? Ну, они уже сюда. Успела. Все, много не надо, потому она и так приклеится. А то ты сейчас сядь, знаешь. Чуть-чуть подкорректировать форму. Ой. Ну вот, я предупреждала. Куда? Сюда? Да. А, теперь ручки все грязные. Дай убери. Я вот тут сюда. Прикрепляем.
Рыбку отдал, покажу, рыбку. На. Я последнюю буду резать пока. Можно капельку приклеить. И вот последняя рыбка у нас. Вот так приклей куда-нибудь. Вот сюда можешь. Ну или туда. Мама, да, Зая, а да. Давай мы делаем рыбки золотые, и они будут золотые, бабочки. Давай я как? Вот эти. Накрасить хочешь? Да, вот сюда? Да, прям? и будет красиво, а давай, у тетеньки, а у тетеньки некрасиво будет. Ну давай сначала вот эту приклей, а потом будешь тогда рисовать. А может быть и травку ты порисуешь? Раз уж все равно у нас травки нет, ты тогда травку желтой будешь рисовать. Так, какие первые маме вырезать? Кругляшочки или вот этот с этой стороны? Кругляшочки. Кругляшочки, так. Сколько там их штук, ты видишь? Ой, еще сердечки. Еще сердечки. Это кувшинки, зайчик. Это кувшинки. Это как? Это такой, да, как сердечки. Ну-ка, это кувшинки так называть. Вот можешь уже клеить. Так. Давай, клей, как у нее. Хорошо, на картинке? На. Ой, бай. Золотой. Молодец такая. Солнышко ты мое. Золотой. И вырезаем. Смотри, дочек, вот так. Это у нас будут зеленые листочки, которые мы будем Мама. А у зайка? А я хочу сделать вот там синий. Накрасить хочешь? Да. Похоже на сердечки. Потом их приклеим. Ты видишь? Сначала мы можем, я, например, сделать... Нормально? А рот... Красненько сделать очень. Ну, сделай так. Правильно. Молодец. Я хочу сыр делать. Сыр? Почему сыр? Это я люблю приклеивать. Приклеивать сыр любишь? Можно мне тоже влепить или не надо? Можно. Точно? Ты не обидишься? Нет. Я могу сыр делать. Сыр? Ну, это же цветочки. Где ты там сыр разглядела, солнышко? Я умею сыр. Сладкое. Где там мама сыр увидела в картине Мане с рыбками? Сладкая такая. А еще будет мышка. Еще мышку сделаем? Пи-пи-пи. Ну тогда надо и кошку сделать, а? Хочешь? Да. И детку, и бабку, и репку. А что мы так долго делаем? Может, надо побыстрее тоже? Да. Включить мотор? Да. А то мы что-то прям еле-еле, как старушки две. Да, еще будем игру делать. Да ты что? Это целый... Да это целый зоопарк, а Масё получается. А нет. Мама, да, ну ты приклеила? Да. Белый на картину, и я не лохотища. А, точно, я белый сюда на картину приклеила. Ой, Амалия, ну если бы не ты, я бы даже не заметила бы. Ну как я могла? А давай, знаешь что, рыбкам дадим маленькую покушать. На. Тоже дашь? На. Это будет. Это кукурузка будет, хорошо. На, еще вот эту маленькую рыбку вон той верхней, да, это она маленькая. Может, еще кого-нибудь покормить? Там нет. Ну, то рядышком положи ему, как холодильник будет. Да. Все, будем делать кошечку теперь? Да. Ой, кто мяукает? Делай кошечку, а твоя не умеет. А я думаю, сумею кошечку делать. Там была фоски, газки. А куда посадим они, ее? Они были круглые. Круглую будет, мысли. Ну, хоть...
это будет одеяло, а это будет матрасик. Матрасик? Да. А кошечка-то где ты? Она бывает белая. Кошечка белая? Да. Кошка маленькая. Это котеночек будет? А куда его посадим? А мы посадим на эту. На цветочек, что ли? Да. Так пойдет голова кошечки? Вот, да. Сейчас тело сделаю, да? Вот это тело. Куда посадим его? На, сажай. Нет. Куда? Хвостик надо. Вот так. Куда приклеишь? Может, сюда, возле рыбок? Нет? Собачку. Я буду ей косточку, а ты собачку. А собачку большую или маленькую надо? Большую. Собачку уже большую делаю? Да. Люча, смотри, вот это кто? Собачка или кошечка? Она была. Да, собачка. Куда посадим эту собачку? На собачка. Собачка бывает коричневая. Я делаю косточку. Косточку, ты мой сладкий. Она любит косточку. Ты уже всех накормила, собачка, да? Собачка, косточка. Ну, я поняла. Ух ты, какая косточка красивая. Ням-ням-ням-ням-ням. А теперь... Петель. Да? Петель совёна. Совёнок? А когда будем останавливаться, что-то нас уже понесло в лес. Ещё надо, мама. Да, слушай. Надо маленькой. Кукурузку маленькую. Это для кого? Для кошечки или собачки? Да, совёнка. Поняла. Bye-bye. Молодец.